направление социальных танцев, латиноамериканские танцы. Суть в чем? Постоянная смена партнера. Тут очень редко танцуют просто постоянно один партнер с одной партнершей. Можно, это как вариант, но так учиться гораздо дольше. В мае будет 2 года, как я занимаюсь танцами. То есть до того, как приехать в Грин-Сити, я занималась преподавателем всего лишь раз в неделю полгода. Вот. И все остальное это здесь было. Так как это социальный танец, познакомился лично сам еще в России. Просто в парке пошли вместе с девушкой и вот влились в эту компанию. Да, действительно, это серия из 3 видов основных социальных танцев. Это сальса, бачата и вот как раз кизомба. Мы решили взять бачату, так как она наиболее простая, легко усваиваемая. То есть буквально ребята у нас, которые тут подходили, с первого урока уже начинали танцевать. То есть это не те самые сложные школьные танцы, тут не надо ходить годами, тут реально все осваивается очень быстро. А за счет того, что ты все время меняешься партнерами и партнершами, учишься чувствовать вот эти вот фишечки каждого человека. Потому что даже во время танца вы уже начинаете разговаривать, а не танцуете с вот таким лицом.